Вообще никогда не потели. Нормально. Там надо, чтобы не 140, блядь. Да нормально, по-моему, вся жопа пятна, блядь. Да, потом проверить, ну что рядом. Нихуя страшного, блядь. Подумай, жопа пятна. Да ладно, если только жопа, блядь. В прошлый раз. Кто бы говорил, а? Всего мне расхерачили в прошлый раз. Ой, пришел, ладно. Блядь, как этот, блядь. Нихуя страшного, как, блядь. Как пережил же, ёпта. Пережил. Как на собаке все зажил уже давно, блядь. Бля, как в ветрянке, ё-моё, весь, блядь. Особенно жопа, блядь. Ты что, не видишь? Чё-то, да. Одинаковые эти, блядь. Расхерачились. Да, я тоже. А ты говоришь, что 40-40. Вот, видишь, как хуячь. Даже, блядь, разлетаются. А ладно. Значит, по поводу сержанта, был у него барагос, блядь. Когда Новый год на корпоративе отмечали. Решение я принял. Что ты, блядь, сразу зажрёшь? Загроняка, блядь. Короче, оставляем тебя в команде, соответственно, до особого распоряжения в реку ты будешь ходить. И, значит, по открытию точно приезжаешь только на день игры, чтобы не было пьяных барагозов, потому что наверняка мы будем, как обычно, сами с ними стоять. Такого, как ты, лучше там не надо, бля, пьяного, бля. Ну, я могу вас не пить. А сам себе веришь? Там, соответственно, потом уже по особому распоряжению там бойцы принимать и принимать, там уже потом будут принимать. И по поводу тренировки, я думаю, наверное, сразу, Сразу мясо, наверное, блядь, не будем сейчас пулять рассажать. Сейчас совсем посмотреть, тогда и будем, блядь, тренироваться. Просто, тем более народ один там приехал-то нас, когда 1/4 часть. Дом Хазар или кто там должен быть подъехать? Донбасс, вот. Донбасс. Ну, он, видишь, он, блядь, на Красной площади катался, блядь. 3 часа ночи. 3 часа ночи, да. Он говорит, я в час приеду. Смотри, сам приезжай, круто. Ну, что такие петрушки. Сейчас что-нибудь придумаем тогда, все с этими светителями. Наверное, как обычно, наверное, дальше. Будем начинать, наверное, с этой комнаты, я думаю. Только с первого этажа. И, блядь, полностью через свидание. Потому что сейчас бегать в пизду. Да. Там это везде, блядь. Ты бежишь и сядь пишешь. Не, ну у тебя это не заблокируешь, наверное. Не, ну уходить не запрещается, я думаю.